Всем привет, с вами Лаградка, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Darkwood, и остановились мы на том, что мы прошли пролог, и как бы у нас сейчас высветилась первая глава. Ну, правда, я в прошлой серии, конечно же, ошибся на эту тему, ну а тот, кто ее досмотрел, тот, собственно, и знает. Будьте шарящие люди. Так, нас куда-то закинуло в какой-то ебучий дом, блядь, непонятный. Просто тупо на дачу к бабушке приехали, не знаю. Кстати, возможно... Так, подожди, можешь ее, пожалуйста, отодвинуть? Я просто знаю то, что тут вот дырка, я ее вижу, по крайней мере, блядь, мне это не нравится нихуя. Я уже научный горьким опытом, хотя, че им... Они просто отодвинут ее. Не, ну, кстати, да. Блядь, ладно, хуй с ним. Так, подожди, я знаю, что я теперь я бык просто на сука. Я тебя не понял. Так, а вчера я забаррикадировал одно окно, если я собираюсь здесь остаться, то нужно сделать то же самое и с остальными. А вот это вот окно, да? Да, все остальные открыты. Что это такое? Большие грибы. Собрать. А такая долгая загрузка, то что я их собираю, получилось. Короче, мы за грибника играем. Дед Максим, блядь. Вот, собственно, перед нами дед Максим, который трогает табуретки, блядь, просто так. Дед долбоёб. Так, подожди. Не понял. Да не, все тогда. Ну или закрутишь, чтобы я тебя потом просыпал. Так, подожди. Чё это такое? Фотография. Не понял. Дорога домой. Тут написано прям конкретно по-русски, считай. Ну, английскими буквами дорога. До дома получается. Только тут В. Странно. То есть вообще на самом деле выглядит игра как будто, я не знаю, разработчик русский, либо какой-то вот такой постсоветского. Не знаю, ну, по крайней мере, у него тут что-то русское есть. Или он хотя бы знает русский, не знаю. Правда, зачем, конечно, это все вписывать. Так, подожди, что это такое? Это печь. Понято. Ага. А, ну да, кстати, я, когда пролог прошел и возродился тут, я там закончил запись и очканул, думал, что вот это вот сохранение у меня не прошло. Типа, я такой думаю, блин, а я точно тут сохранюсь, поэтому мне в итоге пришлось в печку зайти, и он там что-то говорить начал, там надо было куда-то что-то активировать и так далее, и я это все скипнул, поэтому, к сожалению. Ну, в общем-то, хотя бы у меня загрузка прошла, так что окей, не понял. Так, не выебывайся, ты кто тут, брать? Я не понял, почему он якобы там... Ага, капканы под окнами не тронуты. Ночь прошла, на удивление, спокойно. Вот этот капкан трону я потом ночью. Больше чем уверен. Так, подожди, веревка, самогончик, это надо, бутылка, нахуй. Книга о грибах. Заголовок использования грибов в домашнем хозяйстве. В смысле? Я грибник, да? Я просто пока хочу осмотреться, что это за хуйня такая. Да, перепрыгивать я могу, окей. Че такое? Это опасная хуйня? Так, колодец. Починить колодец. А зачем? А, ну чтобы воду оттуда постоянно пить. Логично. Пила. Древесины не хватает. Окей, тайник. Какой там 942? Блин, я не помню. А я могу нас... Нет, не могу, понял. Зачем я сейчас все делаю? Объясните мне. Пиздец. Так. И окно, естественно, вот это закрыто. Понял. Так, а чё мне тут... Блядь. Сейчас бы бояться грибов на самом деле. Ну такое. А, бак генератора почти пуст. Бензина хватит только на одну ночь. Полную канистру можно найти у подземного прохода. То есть вот эта вот штука, это одна ночь. То есть единицы и немножечко больше единиц. Да хватит так скрипеть, блядь. Какая-то записка. Что, блядь, включить генератор. Блядь, тут так непонятно написано, что пиздец. Включить генератор перед тем, как стемнеет, бесполезно. Прятаться в тени, они все равно придут.
А, ну понятно, тут, кстати, точка, блядь, хотя такое ощущение, что это просто какое-то говно, конечно, ну ладно. Включить генератор через... похуй. Я рот ебал, такой шрифт, нихуя непонятно, нихуя не это. Труп, не понял. Факел. Куда все мои предметы делись? Такое ощущение, как будто я пропустил что-то. Но я как заспанился, так заспанился, то есть я в этом месте был. Так, ладно, подожди, а что мне нужно делать? То есть меня сюда кинули. Спуск в подземелье. То есть все-таки чувак что-то помнит из своей жизни, он знает, что ему нужно вот сюда идти. Хорошо. Мы находимся тут. Интересно, конечно, карта большая или маленькая. Так, ну ладно. Давай тогда вот это все проверим. Самое главное не потерять этот дом. Ну, кстати. А собирать все вот эти капканы я не буду, потому что зачем? Собственно, они, если их собираешь, как я понял, из них выпадает просто тупой металлолом. Как я понял. Вообще, на самом деле, надо было сейчас это... всю эту хуйню скинуть. И просто тупо сейчас вещей нафармить. Это волк или собака? Похуй. Так, подожди. Собака-выебак, я понял. Там что-то лает, что-то пиздит. Вот эта штука, это опасная вещь или нет? Так, открыта новая локация, сломанный трактор. Хорошо, это где? А, ну, понял. Так, подожди, трактор. Во, канистра с бензином нам нужен, аккумулятор. Окей, пусть будет, проволока и вот эта вот вся хуйня тоже возьму. Так, я просто пока что исследую карту. Кто? Я тебя уебу сейчас? Кролик, ебать, ты куда нахуй? Подожди, стой. Сейчас за кроликом пойду, мне вот такие потом кто-то пизды даст. Так, ручеек. Локация тем временем. Вот это ручеек. Чуть тихоня. Он шевелится. Я могу пройти, кстати, по нему. Пизды, я там не получу случай. Так, подожди, пока я пока не выебываюсь. У меня есть чем-нибудь, чем можно пиздануть? Ну, факелом можно. Так до сих пор не привык к этой хуйне. Так, подожди, пока я не буду его это активировать. Я зашел уже хуй знает куда, лампа включить, нихуя. Я понял, стул. Слишком далеко, в смысле. Слушай, а их звуки интересно привлекают вообще? Шкаф. Патроны, спичка. Ну и таблетка, которая нахуй не надо. Понял. Блин, я бы хотел бы этот шкаф перенести. Там что-то есть, там есть этот генератор. А зачем он? Так, а что, темнеть, что ли, начало? Так. Я какой-то хуйней занимаюсь, все понимают, конечно. Но... сейчас я, короче, блядь, скример какой-то будет. И пиздец. Я тебя уебу. Не? Понял. Выруби это нахуй. Можно было, интересно, бензин оттуда слить. Но у меня есть канистра, но она полная. То есть, как бы уже не повыебывайся особо. Я случаем сюда нихуя не привлю, блять, кремок, сука. Да сабда пишла нахуй. Пишла нахуй. Ебать, скримеры пошли. Мясо. Ну, блять, сожру сейчас от охуения. Так, выкинь. Так, я все, я понял, блять. Это хуйня. Без скримеров игра, да, пацаны? Наебал его какой-то, по-моему. Игра не страшная, не бойтесь. А я могу пиздануть его? Ну-ка, ебать, я охотник. Блять. Можно приготовить, постепенно гниет. Я охотник, меня не ебет это. Я просто выследил свою добычу, заебал ее тем, что я, блядь, гнался за ним. Бля, прикинь, этот кролик, короче, как валит в стране чудес. На самом деле, тут нору какую-то охуевшую сделал, которую мне могла это... спасти отсюда. А я его просто взял и убил. Пиздец. Это что за хуйня? Я могу прищуриться и увидеть его получше? Там просто мыльно.
реально, в пизду к нему подходить, если честно. Я уже понял, собака выебака просто, блядь, скальмаки ебучи свои делает. Заперто, можно отмычку использовать. А у меня есть отмычка? Нет отмычек. В смысле, блядь? Так сделай себе отмычку, дурак, что ли? А зачем я это сейчас сделаю, если... Блядь, собака выебака где-то, что ли, не понял? Открыто. Я тебя уебу сейчас. Блядь, Мухтар ебаный, уйди отсюда. А, так, понял. Не понял. Подожди. X3. Куда я батарейки эти дену? А нахуй они мне нужны? Блять. Так, давай, короче, сгоняем. Мы где сейчас припер находимся? Окей. Нам налево, получается, нужно по диагонали ебашить. Слушай, интересно, я могу... Ага, собака, блять. Слушай, Бобик, если так пойдешь, ты приебешь тебе просто знатно, я тебе отвечаю. Чуть не наебнулся на эти грибы какие-то. Это тоже, по идее, грибы, да? Только это поганки. Они мне нахуй не нужны, да? Блять, понял. Я тебе повыебываюсь, я тебе повыебываюсь, я тебе серьезно говорю. Я тебе залью этот бензин, блять, в жопу потом. Так, а вот мой дом. Охуеть, то есть рядом с моим домом, блять, ходит какая-то собака. Не понял, нахуй это все. Так. Верстак. Верстак я могу скидывать вещи. Я заметил вот эту хуйню. Я же могу сюда скидывать? Да, я могу. Заебись. А я могу... Оно постепенно тухнет, это мне не нравится. Так, самогон мне нахуй не нужен. Хотя факел можно с помощью нее сделать. И тряпки. Да, только еще доска нужна. Так, вот это мне нахуй не надо. Канистра тоже мне пока что не нужна. Причем две скину. Можно приготовить, постепенно гниет. Блять. Я два собрал, я не хочу, чтобы они сгнили. Вот это мне не надо. Спичка. Спичка мне для чего нужна? Понял. Так. А что мне не нужно? Веревка. Для чего мне вообще веревка нужна? Веревка пока ни для чего не нужна. И аккумулятор мне не нужен. Понял. Так, уйди, пожалуйста, уйди. Все, спасибо. На, сука. Так. Ну, я помню, что вот, короче, вот сюда, я же все-таки мельком там прочитал, поэтому сюда нужно, короче, в сыворотку вот эту вставлять, вот этот гриб. Я правда не знаю, нахуя, я что, долбаеб, что ли? Короче, интересный момент. Блин, и как назло, вот эта вот хуйня у меня загорожена. Но, как я понял, нужно все это брикадировать, брикадировать, хуидировать и так далее, чтобы меня просто не пизданули ночью. Видимо, ночью тут как раз-таки самый смак. Да я тебе выебу, блядь. Кстати, наоборот, я ее не выебу, у меня даже палки нет. Бля, а почему я палку не могу сделать? Стоп. Возможно, я могу... Я тебе уебу. Так. Мне нужно что-то придумать. Мне нужно палки собрать, чтобы забаррикадировать хотя бы вот это вот окно, я не знаю. Я не знаю, поможет ли капкан... Вообще, в принципе, против этих монстров. Давайте про налево пойдем. Ну, как вариант. Можно по дороге вообще пойти. Бля, еще все, все это чек, вот это все дерьмо. Блин, как-то он прям на дальней дистанции прям блюрит, что пиздец. Но я думаю, то, что это прикол такой просто. Че такое? Мне вообще на самом деле стрёмно туда заходить, потому что у меня как бы даже вещей нету. Ну что, подбиться. Я ебать все эти лабиринты наизусть знаю. Чё мне рассказывать? Я тут могу пройти. Я это... Блять. Медовитый гриб. Окей, еще одна доза у меня будет. А нахуя мне ее делать? Стоп. Ну что ты наебываешь, ты тут тоже можешь пройти. Это собака? Это собака. Или нет? Хуй пойми. Ну это собака будет. Нахуй я тут иду? Я же мог просто тупо взять и обойти сейчас. Так. Сейчас бы звонить, блин, мне. Ну, короче, в итоге я его открыл, и какой-то такой звуковой скримак был. Ну, типа, кто-то завычал там, заурчал. Так, подожди. О, лампа, вот это, кстати, нормальная тема. Так. Ну, допустим, подожди, я... Во-во-во, вот я вот про это вот говорю, что за пиздец? Ах ты, сука, фальшивка, блядь! Да уйди.
понял. Сам себя наебываю. Так, не-не-не-не-не, это фальшивая ситуация, блядь. Подожди, блядь. Да иди ты нахуй, я могу кинуть? Там было написано, что я могу ее кинуть. Тебе похуй, что ли? По-моему, это... Я в итоге от всех сегодня пизды получил, как я понял. Пиздец. Просто забитый, зашуганный. Я так в итоге и не взял там все, конечно. А, или взял. Что-то я уже подзабыл эту хуйню. Так, подожди, а мне куда надо? Блин, мне нужно оружие сделать. А для оружия, как я понял, мне нужна палка. Подожди, ну я, получается, вообще просто тупо палкой могу бить, не? Я даже забаррикадироваться не могу, в этом весь прикол, меня сейчас просто тупо отпиздят. Охуенно. Так, что это такое? Вы находитесь в убежище под влиянием защитной субстанции, которая поможет пережить ночь. Тут же волки, блядь, позорные, они же им поебать на это, не? Так, давай знаешь, что сделаем? Для начала. И нихуя мы не сделаем. Так, это мы закроем. Блять, а у меня нету нихуя, пацаны, вы о чем вообще? Но у меня тут одна забаррикадирована, вот эта вот дверка, вот это все, это пиздец, как бы. Я не знаю даже, где сейчас будет безопаснее, получается. Оба эту сторону открывается, да? То есть, чтобы забаррикадироваться, мне нужно ее вот тут вот поставить. Блять, а фонарика-то тут нету, в смысле? Ты дурак, блять? Ты как фонарики располагаешь? Или, может, мне около печки нужно находиться? Походу, я первую ночь проебу сейчас. У меня реально ничего нет? Так, да я могу капкан себе сделать. Вот, нужно две штуки дерева. Здорово, люди, я нахожусь в лесу, блядь, не могу себе бревна найти. Вы угораете? Антидот. Капкан с цепью. Если сейчас кто-то будет, то он мне даст просто тупо пизды, и я нихуя не сделаю. Знаешь, да, история? Так, опять тут нужно. Так, подожди, я понял, принял. Так, пока у меня все нормально. Я вот, наверное, тут буду, хотя тут, блядь, входная дверь. Ее, блядь, откроют, и я охуею с этого. А кто сказал то, что я буду у входной двери? Так, это был не я, что? Я не знаю, походу я еще пизды получу с ватной. С мочной. А типа реально, что мне делать? Это пиздец, пацаны, блядь. Да я что-то проебался, я не знаю. В угол, блядь, зажмусь и буду плакать. Еще темнее, кстати, становится. Да, подожди, но я сделал капкан с цепью. А это капкан не с цепью? Тут. Понял, вот сейчас вот наступила ночь. И, блядь, и хватит интереса на эту ночь? Там, по идее, сказали, что хватит. Да я ее просто, скорее всего, не ночью сделал. Пиздец, там кто-то бегает. Так. Если что, мясом я не отобьюсь. Спичку могу зажечь. А не, не буду пока капкан использовать. Ну чё, народ, может мне взять эту хуйню? Я не буду вообще сейчас ничего делать. Я думаю, то, что я так привлеку их внимание. Слушай, а меня через окно не будет видно? Они же могут наверняка точно так же посмотреть на меня. Блять, хуёво. Я знаю, куда надо было капкан поставить. Блять. Надо было поставить его вот сюда, где у меня трещина. Хотя на самом деле пока смысла в этом не вижу. Ну ладно. Ну, по идее, я сейчас переживу, потому что я нахожусь под какой-то хуйней. Этот ночной дозор, ебать. Чип и Дейл меня защитят.
Угу. Нахуй иди. Закрыто, блядь. Пацаны, давай забудем. Ну реально, давай забудем. Это первый раз, блядь. Глава номер один. Я хуй знаю, что мне делать. Бля, если я выживу, то заебись будет. Алло, не врубайся. Ну, он, короче, где-то вот этот ходит, в принципе. Если сейчас выйти, то ты его увидишь. Ах ты, сука! Ах ты, тварь, блядь. Там собака. Собака выеб... Не, нихуя не буду двигаться. Не-не-не, не проебете меня так. Слушай, надо подойти к этой хуйне, она еще потухнет, по-моему. Перезагрузить нужно систему. Эй, алло, блядь. Почему я так далеко от фонарик? Ну вон, короче, это собака какой-то, я понял. Сука, я себе потом чай в лун сделаю, если ты повыебываешься на меня. Я ж тебя запомню. Но мне что-то кажется, то, что это не собака там разговаривала и ходила, кстати, у меня по дому, блядь. То есть он все-таки вот эту хуйню открыл, да? Ну такое. А что там светится у меня? Походу вот этот вот... Бля, тогда я лоханулся. Надо было ее вот сюда поставить. Ну ничего, в следующий раз я все сделаю по-нормальному. Сейчас у меня просто тупо первый залет, я не знаю, первый залет, пролет, и сука там повыебывайся мне. Не видно нихуя самое интересное. Короче, нужно сделать что-нибудь нормальное. Во-первых, вот с этой вот дверью, блядь, она меня напрягает пиздец, потому что вот эта комната самая незащищенная. Вот это из-за этой ебучей баррикады я сюда пошел. Хотя, по сути, надо было около капкана тусить. То есть он попадается на капкан, я хотя бы уйти могу. Ну, как вариант. Алло. Сука, я тебя сейчас уебу реально. Блять, ползи, чтобы звука нахуй не было. Блять, а вот на самом деле, я просто не понимаю тут, как эта хуйня работает. Они с... Ага. Это конец ночи? Или что это такое? Или мне пиздец? Пацаны, я защищен светом, идите нахуй. Ну, в общем-то, я походу выжил. Мясо, кстати, за день еще не стухло, то есть она... Сколько стоимость? 60, окей. Что происходит? Все, пиздец. Не, нормально, походу выжил. Опа, день второй. Так. Свет вырубился. Окей. В комнату кто-то мой зашел. Ну, короче, неожиданная ситуация. Сейчас он такой дубы, такой, ебать, лутаюсь. Прикольно, тут никого нет, а я такой выбегаю. Ой, сука, кто, блядь? Ну, братень. Можешь капкан ему, блядь, под ноги поставить. Не, ну, судя по тому, что я с ним могу говорить, все нормально. Так бы на самом деле... Но у него хп есть, я смотрю. То есть сейчас... Слушай, а он может меня пиздануть? Твоего не слышно за километр. Радуйся, что я не ем, падали. Мясцо. Чё, охуел? Капюшон скрывает лицо говорящего. От него разит мокрой землей и шерстью. Я знаю, что ты ищешь, я помогу тебе вернуть пропажу, если ты взамен поможешь мне. Что ты на это скажешь, дорогуш? Я скажу, нихуя себе ты придумал. Ну, в принципе, меня это замачивало. Кстати, у него след от пули тут. Походу, его кто-то выебался на него. Так, фигура наклоняется ко мне, из-под капюшона доносится тихий хохот. Это как? Понял. Так, я знал, что тебе будет интересно. А я вроде сказал, что мне интересно, ну ладно. Но перед тем, как мы поможем друг другу... Руки. Друг другу. Руки. Ты. Ты должен доказать, что сможешь выполнить поставленную задачу. Мне не хочется тратить время на каких-то неудачников. Ты, я надеюсь, понимаешь это, а, мисса? Блять, если ты хочешь, чтобы я выжил и чтобы я был неудачником, дай мне вот этот вот автомат и будет все заебись.
покажи, чего ты стоишь, доберись до глухого леса. Думаешь, это так просто? Я бы на твоем месте получше подготовился к этому путешествию. Окей. Надо подготовиться. Чувак, я, блядь, даже не подготовился к ебаной ночи. Ты про какую нахуй этот глухой лес говоришь? А это не глухой, что ли? То есть, это, короче, знаешь, мы находимся, короче, в деревне, блядь. И знаешь, как деревенские говорят? Они вот где они находятся, это у них заебись. Это у них огромная деревня, дохуища домов и так далее. Цивилизация, ебать. А то, что находится там в лесу, хотя они и так в лесу находятся. Это пиздец, это глушь, это там ротовый ебать, там еще всякие эти домовые нахуй водятся. Ой, в пизду, подожди. Ну да, я думаю, что это просто достаточно, потому что у меня нормальная вроде сложность. Так, а когда туда доберешься, жди меня здесь. Запомни это место. А, это он мне на карте написал. Оборотень забирает, да, забирает мою карту и что-то на ней малюкает. Ну, рисует, короче. А, такие, как ты, в итоге всегда приползают ко мне. Показать предмет. Так, ну, блять, я не буду. Это, я не буду, короче, позориться, не буду показывать ему цыпленка, хотя он долбает, наверное, сейчас оценит. Ну-ка, красивый вообще. Кто бы сомневался? Естественно, это, наверное, блять, этот. Слушай, подожди, этот волк, это случай не та собака, которую я первый же пизда. Это не я был, блять, это доктор, он ебнутый какой-то на голову. Я тебе отвечаю. Так, подожди, пластиковый цыпленок. Не, нахуй. Фотографии, что это у тебя? Оборотень выхватывает фотографию мне из рук и внимательно ее рассмотрит. В итоге он взрывается. Врывается. Взрывается, да, смехом и обрызгивает фотографию. Ах ты сука! Густой желтой слюней, ебать. Хах, эта дорога, ее давно уже нет. Она заросла, как все остальные. Слушай, на самом деле, согласен. Все дороги, которые не в Москве, они уже заросли давным-давно, блядь. Наверное, так и реагируют такие люди. Так, оборотень бросил фотографию на пол. Ах ты, сука, ты шо, охуел? Подожди, лучше забудь о дороге. Дороги домой, мясо. В этом лесу все дороги ведут только в жопу. А я думал то, что все дороги ведут в Рим, ну ладно. Вот и хитро выебнулся. Вообще, на самом деле, все дороги ведут в жопу. В Москву ведут. Здравствуйте. Так, подожди, сплетничать. Ну-ка. На том месте я бы далеко отсюда не уходил. Ну, разве что, если тебе место жить надоело. Ну, ты мне сам говорил, типа, в густой лес уйди или куда-нибудь нахуй. Так, подождите, многие вернулись из лесной чащи, а те, у кого это получилось, не были уже в состоянии рассказывать о своих приключениях. Хех. Ну-ка, сплетничать. Так, не советую тебе шастать ночью по лесу, для тебя, мясо, это верная смерть. А, лучше спрячься в убежище перед наступлением ночи и молись, чтобы утро пришло поскорее. Я примерно такой же хуйней занимался сейчас. Так, ну давай... Покажем предмет... А, подожди, давай торговать. Что я могу им продать? Хлеб. Хуйня, хуйня. 86, кстати, стоимость. А то 20. Я куплю оружие и патроны. У меня патроны, кстати, есть. Оружие я вряд ли сейчас. Так, ну а если бы ты захотел еще полюбоваться на прекрасное суровое величие моего гения перед тем, как пойдешь в глухой лес, то можешь найти меня в моем же лагере на сухом лугу. О, братень указывает на точку на моей карте. Ну, да. Тавталгий, ну ладно. Там так написано. Так, собака вебака. Было сохранение, поэтому я уже, в принципе, так, чё это такое? Остановка времени, нихуя себе. Это, видимо, специально, чтобы я мог тут... все это сделал. Так, у меня есть патрон. Стоимость 20. Слушай, ты покупаешь патроны, но при этом за 20 рублинцев. Что я у тебя за 20 рублинцев вообще могу купить? Да, я тебе вообще-то патрон принес. Чё ты меня сразу быкуешь, я не понял. Так, 20 рублей. Ну, я... Что ты мне можешь вообще дать? Репутации 50. Плюс 0. Плюс 20. Понял, тут, короче, за репутацию покупаешь. Хорошо. Так, магазин 100. Тряпка 14. То есть ты угораешь, блядь, а для тебя патроны это то же самое, как и тряпка одна. Ну, практически там 5 рублей, за 5 рублей ты даже спичку себе не купишь. Хотя вот тут как раз таки тряпка и спичка, чтобы поджечь себе нахуй. Так, металлическая трубка стоит 60. Ну, в принципе, логично в какой-то степени, хотя нихуя. Длинные прочные цепи, изолента, часы. Часы? Просто прикол какой-то. Ящик с инструментами.
Так, ну давай тогда в следующей серии, получается, разберемся с ним. Что ему продавать, а что не надо. У меня, по идее, есть аккумулятор, который, кстати, стоимость почему-то ноль. В смысле, тебе что, поебать на аккумулятор, что ли? Серьезно? Ты еблан? Ты... Серьезно? В смысле, можешь показать предмет? Нет? Так. Ну ладно тогда. Давайте в следующей серии все это пройдем тогда. Ну, будем по этому, по дню проходить. Потому что тут достаточно день долгий. Так, ну тогда ладно. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. И до скорых встреч.